Всем доброе утро. Сегодня 28 декабря. Значит, осталось 3 дня до Нового года. Потеплело у нас, да, плюс 3. Вот. Так что решил я показать, как себя чувствует пчела. Что она тут вообще делает. Так, вот клуб сместился. Вот он. Был он в начале, но судя за прошедший месяц, небольшая осыпь есть. Вот. Что там на дне? Да на дне вон хорошая осыпь. Сейчас мы, наверное, попробуем рамку отсюда достать и показать, что тут делается. Вон что делается. Пчела сыпется в ящиках. Но это полевые ящики. Вот, так что отход идет. Вот такие вот дела. Ладно. Ну, по крайней мере, сидит спокойно, но от клуба практически ничего не осталось. Вот, ладно, закрываем все это дело. Ну вот. Ну и так я каждый ящичек покажу, что в каждом делается. Всем удачи, до новых встреч!